Хей, окей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Shallow Knight. Лопатный рыцарь. Так, у нас, в принципе, с вами остался доп. Уровень и летучий рыцарь. И, походу, потом финальный босс. Погнали. Так, это нам нужно, типа, воры подниматься. А я просто подумал, а что мне дальше делать, если я уж... тут 6 точек. Знаешь, здесь будет в основном что-то связано с паркуром. Я в это верю 100%. Так, хорошо. А, то есть шар летит там, где я нахожусь, и потом взрывается. Это сильный мах. Я понял. Хватил. Пронесло. 200. Добро. Конечно, с одной стороны нифига не видно, но с другой стороны видно. Я понял. И так можно. В принципе, и так можно. Курочка. Ладно, хотя бы яблоко дали. В смысле? Тут же пометок никаких не было. Буду знать.
Значит, нужно просто все стены бить. Окей. Окей. Непросто играем в жизнь, да? По 220. Клоц, клоц, клоц. Понимаете, ну там может быть что-то. Что-то, что мне пригодится. Давай, способность полета. Летайте по воздуху клинку вперед. Так, теперь для вас не будет недоступных мест. В принципе, выгодно, слушайте. Как я понимаю, я все предметы, да, артефакты нашел? Или еще не все? Опа, неплохо. Короче, ясно. Понятно, ясно. Зато у меня есть полет. Ту-ту-ту-ту. Рассчитаемо было, что тут что-то будет. Пронесло. Так, подожди, я на дирижабле или... Еще сундук. Короче, нужно в этом будет потом поиграть. Ну, типа, если все достижения выбивать. Нужно будет каждую стену просто бить. Просто бить. Да. Ты что прыгаешь сам по себе?
отцепитесь от меня. Ну, конечно, конечно, конечно. Экран не прогрузился, на меня уже все налетели. Сначала я посмотрю, куда я там должен прыгать. Я думаю, вдруг там есть секретный проход. Неплохо. Хорошо, дальше. Фух, успел. Я вентилятора не заметил. Да ну нет! Все, мне посрать, иди в сраку. Я тупой. Да. Сейчас бы я снова бы залетел так. Я бежал, я прыгнул, он не полетел. А, ну это будет довольно, ну как не сложно, но довольно долго.
как я должен это все провернуть. Он не успевает даже прыгнуть. Ну ладно, я все реликвии собрал, по идее. Это будет жестко. Вам плевать на деньги. Ладно, плевать, не будем. Это жесть. Наверное, одна из... Ну, наверное, это самая сложная локация. Я использовал свой меч, но меня не перекинуло. Тупой осьминог. Ну, медуза. По медузам. Снова. Причина. Какая? Хуй знает. Хуй. Кто знает? Хуй. Сойдет. Наконец. Сейф. Здесь был сейф. А, мой крошечный синий друг. Закат так прекрасен, не правда ли? Спускайся и сражайся, шут пропеллерный. О, как грубо. Моя команда была не гостеприимна? Или мой корабль не великолепен? Я не развлекаться пришел, мне нужно попасть в башню судьбы. Только работать, никаких развлечений. Как прискорбно. Что ж, изволь. Защищайся.
Ох ты ж, ё-моё. А я только заметил, что у меня хпшки не так уж много. Так, не, давайте лучше с ним сражаться против... Ну, огненные шары, окей, пускай будут. Короче, понял, здесь все-таки нужно... Подожди, а чем тогда? Тогда я этим буду уворачиваться. Когда он будет меня вот это сдавать, я буду использовать в его сторону. И больше оружия. Давай, чел. Немножечко нужно понять. Ну блин, на удары сколько он делает? 3 удара? Это было нечестно. Это было нечестно. А, сразу с этой стадии решил. Ой, из него роза выпала. Так, и последняя шкала хпшки. Улучшение. Thank you.
Фух, а так бы оно еще спало. Но я успел всех собрать. Так, что тогда, пойдем хпшку себе улучшим. Тум-тум-тум-тум. А ну-ка. Ну последний уровень, да? Да, последний. Так, значит. Во-первых, мы идем сюда. Эта мелодия, я считаю, всего за 3 часа прямо перед зрителями. Как годы тренировок. Высоко над землей. Великий дирижабль, который однажды был эталоном роскошного транспорта. Летучий инспектор. Не выпади за борт. Там хозяйничает летучий рыцарь. Так, и пойдемте похавать сделаем. Награжденный герой. Получено достижение, походу собрал все талоны. Так, а еще не помню твое, да, задание? Халамах. А, это точно. 64 ямы вырыты. 135 тысяч золота собрано. 79 смертей. Играю 5 часов. Нету больше них реликвий, ничего ни у кого. Ну что, давайте, думаю, тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!